16 сентября. Семнадцатый год. Харьков. Метро Героев Труда. Ну, ночью это выглядит. Много лучше. Итак, это не водосборники. Что же это похоже? Это похоже на... зеркальные цветы из мультфильма. Алиса, про Алису Селезнева, где отмирали слои этого зеркала и показывали все, что им довелось увидеть в обратной последовательности. Это у нас из мата, да, Гелькова-то, что пошла вообще в Харькове пошесть из этого двухкомпонентного. И канатная дорога, кабинки все сделали из него. И эти фонарики здесь. Ну, в общем, реконструкция движется, и загадкой на данный момент остается только вот этот курган Тахтамыша. Мамая. Кого там? Чингисхана. О. Хотя там вроде не курган, а наоборот его ну да, похоже, это тоже тот же самый Гелькот. А внутри мат. Ну ладненько. Что у нас? 21:36 по Киеву. Да, хорошо, что снял. Потому как выход мой метро там дальше находится. И на эту территорию, когда в октябре открою тут выход, я не попадать буду, вероятно, годами. Изменилось, конечно, Героев Труда, кто помнит, как это выглядело еще пару лет назад. Может, чуть больше не этих. Рынок полностью перестроили и дальше перестраивают. С той стороны тоже уже эти фонарики. Ладно, по домам. Чем такое приятное, что в кадр попало. Да, вот это же должно попасть. Да где ж ты взялся, бедненький, кому-то попросил.